Резиденция Gateway School of English расположена всего в нескольких минутах ходьбы от самой школы. На территории резиденции есть собственная столовая и жилые помещения. Обзор резиденции мы начнем с небольшого ресепшена, куда студенты приходят, чтобы получить ключи и зарегистрироваться по приезду. Резиденция Gateway School of English состоит из двух блоков – блок A и блок B. В каждом блоке по 12 комнат. Всего в одном блоке может проживать 32 студента, итого 64 в целом. Есть комнаты как двухместные, трехместные и четырехместные. Мы с вами находимся в одной из комнат резиденции. Как вы видите, здесь может разместиться 3 студента. У каждого из них есть свое зеркало и стол. Также в комнате есть общий шкаф и кондиционер. И большое количество столов, куда могут разместиться все студенты школы Gateway School of English. А сейчас мы с вами заглянули на кухню. Здесь нас встречает Мариза. Hello, Мариза. Nice to meet you. И вовсю идет рабочий процесс приготовления пиццы. Школьная столовая расположена на нулевом этаже резиденции. И сейчас мы с вами узнаем, как же проходит завтрак и обед у студентов. So, Mariza, could you please tell us a few words about the breakfast and lunch here in canteen? Yes. Mm-hmm. Our breakfast is served between 8 and 9. It includes ham, cheese, pancakes and tomatoes and scrambled eggs and so on and so on. Our lunch is served at 12:15 after the lessons. It includes meat, pasta, potatoes and vegetables. Okay. Итак, завтрак начинается с 8 до 9, и тут присутствуют различные блюда. Это может быть сыр, ветчина, овощи. Обед начинается в 12:15, и там подают обычно мясо, пасту.